Нюрка, Нюрочка, красивая фигурочка. С песнями под живую музыку под этим навесом обычно отмечают дни рождения казаков. Но праздник косоворотки разошелся по всему хутору. Собрал гостей из Москвы, Липецкой области, Брянска, из других районов нашего региона. На хуторе Никольском, что в Новосильском районе, живут более 60 казаков. Мне это дает то, что я хочу сохранить и передать своим внукам, детям традиции казачества. Вот прямо на земле ребята как раз знакомятся со здоровушкой. Это кукла-оберег. Допустим, он заболел. Куда ложить на ночь? Когда ребенок выздоравливает, куклу эту сжигают. Ну, да. И когда ее делаешь, нужно когда косу заплетаешь, нужно говорить «на здоровье» 3 раза. Пустились малыши и в пляс, не удержались и взрослые. Первым на хуторскую сцену вышел ансамбль «Пернач» из Брянска. Казачьи песни народные, авторские, все подхватывали зрители. Казачьи песни – это история прежде всего. И чаще всего это история или о любви, грустной любви, или о войне. Бойся ты, бойся, а ты меня не бойся. Казачьи песни и шашки в воздух взлетали. Антонина Еременко – казачка 8-го поколения. Изучила казачий спас, фланкировку, джигитовку. С детства то палочку вращали, то кнутом стегали, караулили дома, стерегли скотину. Вот отсюда это умение. На Антонине кубанский казачий костюм. Но в центре дня косоворотки, конечно же, сама рубаха с косым воротом. Ее называют символом народной мужской одежды. Праздничная, свадебная, покосная, повседневная – все это про косоворотку. Удивительно, но все это не декорации, это действительно воссозданный быт прошлого. Домики стоят здесь круглый год, то же самое касается плетения, и березы не срублены, а живые, и даже имеется небольшой огород. В таких домах местные казаки сами когда-то жили, в том числе и Валентина Булгарим. Она двигатель праздника, организатор, а еще хранитель местных традиций. Силами своей семьи при помощи казаков обустраивали хутор. Это, к примеру, домик невесты. А это домик жениха. Здесь тоже все восстановлено по крупицам. Есть настоящие рушники, настоящая посуда и кровать, где можно отдохнуть. И эти дома связала свадьба. Свадьба не настоящая, но по традициям, с танцами, песнями, караваем. Повели молодых в часовню хуторскую. Возвести ее помогали казаки. Не хватает на хуторе только печки настоящие. Это большая мечта Валентины Булгари. Вот приехали гости, а сейчас очень много, лето, едут все и просят покушать. Я сварю в печи в русской, и на целый день там она сохраняет и вкус, и не пропадает. Валентина хранит и подлинные новосильские наряды. Этому больше 100 лет. В нем в 35-градусную погоду не жарко. Кстати, с жарой на хуторе, по замечанию женщины, боролись еще одним способом. Такие шалаши раньше были около каждого дома. Поскольку ночевать в помещении было очень душно, молодые люди спали в шалашах, чтобы им было проще встать рано утром к сенокосу или к другим работам. Ну а сам хутор с каждым годом становится больше, как, впрочем, и праздник. Екатерина Головина, Валентин Худокормов, телеканал «Первый областной».